Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. 23 февраля будет особенно насыщенным мероприятием в честь праздника в каждом районе города. По традиции, этот день начнется с возложения венков к вечному огню на Корабельной набережной. А немного позже на центральной площади горожане смогут посетить выставку военной техники и попробовать солдатскую кашу. А в Центре современного искусства «Заря» детей и их родители приглашают на программу шоу супергероев. Заявки нужно подавать заранее, количество мест ограничено. Приморская краевая филармония тоже готовит концерт для настоящих мужчин. В программе хиты российской эстрады, народные песни, инструментальная музыка. Начало 18:30. 23 февраля театр ДКЖ, ансамбль танца «Экспрессия» представляют мюзикл «Синяя борода» по мотивам сказки Шарля Перро в новом режиссерском решении. Представление в стиле гротеск сопровождает легкая джазовая музыка, живое исполнение песен, стильные танцы, яркая игра актеров, интерактивные включения. После выступления всех ждет развлекательная программа, вкусный стол и дискотека. Еще в четверг во Владивостоке состоится долгожданное открытие Большого ГУМа. Вход свободный, начало в 16:00. Гостей ждет костюмированное шоу, море подарков и позитива. С 23 по 25 февраля во Владивостоке пройдет 6-й всероссийский открытый детско-юношеский турнир в области искусств. Стоимость билетов от 300 до 6000 рублей. А в студии современного танца «Форма» – танцевальный баттл. Для зрителей вход бесплатный, для участников – 100 рублей. 25 и 26 февраля во Владивостоке по адресу Светланская, 29, пройдет ярмарка «Креатив Спот». Март только наступает, а маркет уже посвящен Международному женскому дню. А в Приморском торговом доме книги литературный вечер, посвященный Борису Пастернаку. Вы познакомитесь с эпизодами его биографии, увидите краткую версию моноспектакля по произведениям автора. Вход свободный. Открытый городской фольклорный фестиваль-конкурс «Кудесы» откроет череду народных гуляний во Владивостоке. На гала-концерт победители приглашают всех желающих. Место встречи – дворец детского творчества, начало в 11 утра. Радио «Лемма» приглашает всех на семейный десант, который пройдет 25 февраля на базе отдыха «Комета». Семейный десант – это настоящий семейный праздник, где каждый может посоревноваться в ловкости, быстроте, меткости, силе, находчивости и зарядиться бодростью, отличным настроением на долгое время. В это воскресенье всех горожан приглашают на бесплатный большой открытый урок Академии фото и моды. Стоимость бесплатна. В программе мастер-класс с участием моделей, секреты съемки от преподавателей и многое другое. Приморская государственная картинная галерея и гитарный дуэт готовят вечер инструментальной музыки. Стоимость билетов – 200 рублей. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на 8-м.